Всем привет! Как вы, наверное, поняли по названию и по превьюшке видео, мне остается сделать 3 победы, чтобы выйти в золотую лигу. По итогу, перешел я в золотую лигу или же не перешел, вы узнаете по окончанию этого видео. А перед началом видео я хотел бы поделиться с вами тем, чем я занимался на протяжении этого месяца. Я запускаю собственный курс, который включит в себя огромное количество теорий, которое поможет вам развиться как игроку. Мой курс будет включать в себя 3 уровня доступа. При покупке стандартного уровня доступа, стоимость которого всего лишь 349 рублей, вы получите огромнейшее количество теорий, а также личную консультацию со мной. Следующий уровень — это Pro, то есть он полностью в себя включает все, что было в стандартном уровне, плюс к этому мы лично с вами отсмотрим любую вашу демку, которую вы запишете, то есть я смотрю лично с вами демку, скажу там, какие у вас есть ошибки, какие косяки, там по мувменту сделаю замечания, то есть полностью разберем ваш геймплей. Следующий уровень доступа — это VIP, то есть он включает в себя полностью то, что было в Pro уровне, только при этом мы отсмотрим не одну демку, а целых 3, и при этом, ребят, мы с вами сыграем еще 5 игр, то есть я с вами тет-а-тет сыграю 5 игр, по истечению которых я выскажу там свое мнение, кстати, на вашего геймплея, то есть тоже буду делать замечания прям в лайв режиме, то есть мы будем с вами играть и общаться. Поэтому, если вы хотите импрунуть свой скилл, то я вам крайне рекомендую купить хотя бы теорию, потому что, поверьте, в теории реально будет много всего интересного. Официальный старт курса 20 числа, поэтому пока что можете делать свои предзаказы, пишите мне в ЛС ВК, обсудим с вами, если что-то непонятно, еще раз вам что-нибудь там скажу и так далее. Ну а все, всем приятного просмотра. Пор-пор в респе инженер и под упором иметь. Найс, жестко. Попал очень нереально. Граната пошла. Вверх, вверх, смотрим. Вверх, мал. Забей этот мусор на респе. Байдет. Сзади, сзади, закрас. Граната! Лэмп много. Норм, норм, парень, разыграл клатч. Прям все, мне бы два, да. А нет, ну сиди, здесь один, здесь один, здесь один, здесь один. Вынет, вынет. За красным двое еще. Боже, я мог сделать мозголомом, просто чел попал жестко. Найс, и еще за красным. Найс, хорош. Пойдет, первая победа из трех есть. Ой, опять попадается дэшка, на этот раз соперники очень потные. Найс. Конечно, меня с трех сторон сплитят. По-другому не может быть. Фух, это было потно. Под квадратом двое еще, под квадратом двое, пацаны, еще. Арку будет рез, арку хай дайте. МТ. Найс, хае взорвалась, прицел сбился. Троза красный. На спину. Не пизда. Окей, сидят просто на респе. Убей еще. На желтом. НТ, проигрываем вторую катку. Так, у нас вылетел чел, походу, либо на ФК. Так, сопы, кстати, жесткие, поэтому, я думаю, будет потненько. Охуеть. Пацаны, за такой лайк, 100%. Вышибатель, да ну. Ай. Он же надо сбить его, подиго же. Умничка, умничка. Нормально, парень посидел на респе. Бля, Митик, что ты нахуй делаешь? Объясни мне. Плашавик долбоёб. А что он делает, я не понимаю, честно. У него типа лагает или он просто долбоёб? Бля, что он делает?
А. Он, короче, тайм был, ты понял? Ой, бля, еще и вылетел, какой же он бездарь, вообще ужас. Так, ресы. Кулак. Справа под балконом и кулак, Мирик. 90, трое. И справа двое. Надо подпушить, пока они не отвлекались. Справа двое, давай справа. НТ. Ну, бля. Кулак, авик. Найс. Под балкон. Найс, хорош. У меня. Минус 30 справа. Найс, хорош. Фух, это была очень потная катка. У нас вообще чел еще вылетел, мы 3 в 5 играли в гали раунд. Ужас, это была прям очень интересная катка была. Так, остается одна последняя победа. Надо прям сделать, чтобы железо выйти в золотую лигу. Вот это вот. Ой, катка нашлась за 3 секунды, вообще так, кайф. Карта фабрика. Просто жесткие сопы. Да и за меня вроде нормальные ребятки. Надо просто вот собраться и выиграть. На тап. На колонны двое, трое колонны, парни, трое колонны. Колонны трое, остальные трое колонны. Медик весует на подвыше. Колонны. Офигеть, все колонны запушили, вообще не ожидал такого, если честно. Поживите. Хорош. Штурм, го, выкатимся сразу, понял? Давай выкатимся просто за мужика. Давай. Как я в голову не попал, господи. Блин, я заигрался. Центр, брат. Убить. Вот я сейчас просто ошибся. Возможно, из этого раунд проиграл, скорее всего, даже. Что это такое? Почему в ласт игре у меня пинг 100 и раунд не закончился? Я не понимаю. Я забыл оплатить интернет. Прекрасно, мне дали бан, и у меня остается одна из одной игр. Классно. И опять D17, у меня вся команда ФК. В принципе, попались против фулл скобки из клана Not Saints. Короче, я так понимаю, что это будет очень потно. Так что нам придется эту катку явно очень сильно потеть. Так, сейчас смог наверх дадим, чтобы наш штурм не убил. Ну, плент, как обычно, меня еще не разменяют. Я еще умер наверху, да? Я еще умер где-то на конте. Видите, где мой труп? Просто посмотрите. Я умер на красном контейнере. Ну, это вообще как? Хорош. Так, тащить. Ах, тапы, это жесткий. Начало херовенько, как бы, понимаем, да? Трудаша квадрат. Пойдет. И ласт арка. На, минус 5. Просто первый раунд есть, пацаны. Остается просто выиграть вот 5 раундов и все. И прекрасно все будет. Прям Эрик посад. Так, смог наверх дали. Дали хае под квадрат. Что за хае? Так, отойдем, надо зайти пожить. Он был просто под красный. Как это возможно прочитать? Ну, очень сильные игроки просто тапают на бегу с Макарова. Почему нет? Ну, конечно. Раунд
Найс, хорошо. Боже, как потно, я не могу. Ой. Да. Еще закрас. Еще плент. Рес, рес. Давай! А, господи, за что мне это? Да, даже золото не могу апнуть. Я слишком слаб, видимо, для РМа. Как-то так, ребятки, попробовал я апнуть голду, по итогу ничего не получилось. В общем, пишите в комменты, что думаете по поводу моей команды. С вами был я, Антоша, всем пока.